Приветствую всех любителей бисероплетения. Сегодня снова с вами Ольга Кажакару. И я хочу предложить вам сделать вот в приближении теплого времени года такое веселенькое, яркое колье. Ну, мы будем, в принципе, делать комплект. И я хочу сегодня с вами сделать вот такую сережку для этого комплекта. И на этом уроке пока мы будем делать сережку я вам покажу как все все остальные детальки у нас будут в процессе плетения делаться сначала вот так такой у нас будет деталька наша. Затем уже мы, мы начнем добавлять лепесточки. У нас получится сначала сережка. И затем на основе этой сережки мы можем сделать вот такой центральный элемент для нашего колье. Итак. Если вы хотите сделать со мной такое же колье, я решила назвать его лето. Так как здесь очень много таких ярких цветов, красок и теплого цвета эти краски, мне оно напоминает лето теплое летнее время. Поэтому я собираю материалы и вы можете собрать со мной, чтобы делать такой же комплект. Вот для одной такой сережки мне понадобится одна бусина 8 миллиметров. Вот она у меня как раз осталась одна уже. В комплекте их было 20 штук. Вот они все идут на это наше колье, на этот наш комплект. 20 бусин достаточно. Вот такая бусина 8 миллиметров нам, надо, нам нужна будет. Нам понадобятся бусинки граненые 4 миллиметра на одну вот такую бусинку для плетения такой бусинки нам понадобится 7 бусинок граненых 7 граненых бусинок вот это как раз последние у меня остались также из упаковочки здесь 100 штук было 4 миллиметра эта упаковочка имела нам понадобятся вот эти красные бусинки какие мы получили сейчас красного цвета ну вот очень мне этот цвет напоминает красную смородину. Прямо э, вот лето у меня. Вот смотрите, вот такие красненькие, красивые, сочные, прямо как смородина красная. И бисер нам нужен будет... Я взяла в седьмом размере. В седьмом размере бисер взяла. и в десятом размере все тот же золотой вернее он написан бронза не золотого а бронзового цвета вот такой бисер который у меня почему-то не облазит итак у меня это не простая швенза, это у меня клипсочка вот такая. И э, нам нужна для этой второй сережки тоже вот такая вот клипсочка. Вот она у меня здесь. Итак, я приготовила уже иголку с леской. И я думаю, эта техника вам уже известна. Мы делали в этой технике сережки только другого формата. Но вот я... Сделаю два колечка из лески на моей бусине. Одна. Одно колечко и второе. Вот здесь я сделаю узелочек. Прямо постараюсь, чтобы возле самой дырочки этот узелочек получился, чтобы я могла потом э, затянуть мой узелок э, в дырочку бусины. Вот еще раз я завяжу, пожалуй, вот так чтобы то, что я уже завязывала раньше, не развязывалось. Аккуратненько, чтобы недалеко отходить от моей дырочки. Вот таким образом. И теперь я пройду через мою бусину, чтобы постараться затянуть немножко наш узелок в саму бусинку. Поправлю леску так хорошенько. Ну вот, видите, мой узелок ушел в бусину. Я теперь обрежу. Краешек. буду обрезать ножницами, чтобы паяльничком не раз не разрезать случайно мою леску. И теперь начну э, наплетать мои бисеринки на эту леску. Вот я набрала сначала две бисеринки и, подтянув леску, захожу во вторую бисеринку. То есть мы так с вами оплетали сережки на металлическом овале. Вот из цепочки я брала звено, и мы оплетали вот таким образом этот овал. И тут мы делаем то же самое, только мы сделали колечки из лески на нашей бусине. Хочу сказать, что вот если вы возьмете... Такие же размеры, то есть бусина 8 миллиметров и 10 размер бисера чешского. У вас, в принципе, будет четко выходить 13 бисеринок набирать. Но мне нужно четное число, поэтому я постараюсь набрать 14 бисеринку. Пусть она будет немножечко даже вот э, как бы не совсем ровно стоять. Но все-таки э, мне нужно. 14 бисеринок, то есть четное число. Четное число бисеринок. 12 это слишком мало, так как у нас будет большое расстояние между, бисерин, между бисером, и это нехорошо. Поэтому вот я все-таки на всех моих бусинах сделала по 14 бисеринок. Вот 5, и мы продолжаем набирать так по кругу, пока у нас будет 14. Вот я набрала уже четырнадцатую бисеринку. Вот смотрите, немножечко они здесь укладываются вот таким образом. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. То есть 14 бисеринок. И я захожу в первую бисеринку и выйду снова в последнюю. Буду набирать следующим образом. Наберу две бисеринки новые и зайду под перекладинку между бисеринками, из которых я вышла. Вот. Выхожу в первую бисеринку, набираю крупную бисеринку, мелкую бисеринку, захожу под следующую перекладинку и выхожу. В бисеринку десятого размера. Снова набираю мелкую только бисеринку. Крупная бисеринка и мелкая бисеринка. мелкая бисеринка. Крупная и мелкая. Итак, мы должны пройти по кругу, и у нас должно получиться 7 крупных бисеринок. 7 крупных бисеринок. Двигаемся по кольцу. Вот что у нас должно получиться. Вот такая заготовочка. Видите, 7 у нас получилось вот крупных бисеринок. Я выхожу в крупную бисеринку и начну между крупными бисеринками набирать вот эти граненые, желтенькие, такие красивые бусинки. Немножечко стягивайте, и тогда ваша э, бусина центральная будет немножечко выступать, а края немножечко стянутся. Ну, конечно, вы не сильно стараетесь все это э, чересчур. щур сильно. Э, Тянуть, что не, не переживайте если у вас будет немножко видна леска мы ее в дальнейшем уберем все-таки спрячем задекорируем и последнюю бусинку нам нужно вот здесь вот так. И я сразу выхожу в первую набранную мною бусину. Вот так. Немножечко подтянули. Немножечко подтянули. Но вы видите, я не стараюсь затягивать так сильно, чтобы у меня вообще не было видно этой лески. Я сейчас начну набирать между моими крупными бусинами по три бисеринки. Видите, и проблема сама собой будет у нас решаться. Три бисеринки. И сразу выйду вот в первую центральную бисеринку вот это у нас деталька из каких у меня состоит мое колье вот и я соединяю их видите так как у нас здесь нечетное число наших бусинок я соединяю таким образом чтобы у меня на верхней части осталось две вот два вот этих набора а снизу три набора то есть вот таким образом я соединяю их э, с помощью колечка с использованием вот этих двух крупных бусинок. Вот таким образом я соединила все мои вот эти детальки. У меня получается 5 э, с одной стороны, 5 с другой стороны. И дальше я уже набирала просто бусины. Они будут у нас э, э, с задней стороны шеи, поэтому я посчитала, что достаточно и так. А для сережек, после того как мы вышли вот из центральной бусинки набора нашего, мы начнем набирать крестики. первый крестик. Наберем сейчас 4 крестика всего раз. Вы знаете, как плетется монастырский крестик, поэтому для вас это не должно быть сложным. Вот первый крестик мы набрали, Вышла в бисеринку общую между соседними крестиками. Снова три бисеринки. Это второй крестик. Снова выхожу в общую бисеринку со следующим крестиком. Три. И еще один крестик делаем четвертый. Это будет вершина нашего лепесточка, какой мы будем с вами делать. И мне, вот смотрите, я должна, смотрите, прохожу не только в центральную верхнюю бисеринку, а в следующую боковую бисеринку. Набираю Два новых крестика уже на этой бисеринке, не на верхней, а на боковой бисеринке. Набираю два новых крестика. Раз. Перехожу в бисеринку общую для соединения со следующим крестиком. Это у нас первый крестик. Набираем второй крестик. И третий крестик у нас должен соединиться вот с вершиной следующего набора из трех бисеринок. И так как у нас здесь имеется одна бисеринка, здесь имеется одна бисеринка, нам нужно набрать по одной бисеринке боковой. Следите за тем, откуда у вас выходит леска. Вот видите, моя леска выходит в эту сторону. Значит, мне нужно заходить в центральную бисеринку с внутренней стороны. Следующая четвертая бисеринка, я закрываю мой крестик. Вот таким образом я закрыла крестик. И смотрите, я выйду по моему набору через центральную бисеринку, через бисеринку. Возьму, добавлю, добавлю одну бисеринку и сделаю крестик вот на этом первом наборе. То есть там, где у нас было просто набрано между бусинками по три бисеринки, я на нем тоже сделала крестик. И теперь я пройду таким образом. Через новую бисеринку и пройду на эту сторону. наберу бисеринку дополнительную и зайду, смотрите, каким образом, вот с этой стороны в крайнюю бисеринку из набора в три бисеринки в крайнюю бисеринку зашла. Теперь начну набирать между крайними бисеринками начну набирать крупный бисер. Раз, упс, раз два, Вот здесь момент, когда мне хочется набрать красную, бисеринку, красную бусинку в центре моего лепесточка. И я прохожу по крестику вот в бисеринку эту. Набираю красную бусину захожу в противоположную бисеринку в центральной части, внутренней части лепесточка и возвращаюсь по моей красной бисериночке. Пройду еще раз по кольцу, по этому крестику, чтобы я вышла в то же место, с какого я зашла сейчас на центральную часть моего лепестка. и продолжаю набирать крупные бисеринки. И вот смотрите, теперь, когда я вышла в боковую бисеринку моего э, набора из трех бисеринок между бусинками.